бензином. У меня там уже бак сухой. Лампочка горит, наверное, уже минут 40. Заправок нет вообще нигде. Сколько деревень. Вот этот дом красивый я вам показал. Сейчас еду еще 18 километров до Невьянска. Я не знаю, доеду я, не доеду. Но бензин, бак сухой уже давно. И ни одной заправки нету. Это вообще кошмар. Объехать решил Екатеринбург. А тут пробка уже, наверное, часа два. Торчу. Капец, никто никуда не спешит. Стоим полом, дать дорогу делают. Но здесь печально, конечно. Какая приятная дорога на Челябинск, Екатеринбурга. Две полосы разделены отбойниками от встречки. В каждую сторону по две полоски. Едешь, никто никому не мешает. Не нужно заморачиваться с опасными обгонами. Фуры не мешают. Класс. Вот как минимум такие должны быть дороги в России. Как минимум. Челябинск встречает пробкой и жарой, наверное, градусов 35, может быть, больше. Ох, дорожка была веселая, интересная. Ну что, Урал Стронг ждет меня. Дмитрий Кононец, я лечу к тебе за своими медболами. Челябушка, дорогой Челябушка. Жарища и пробка. Красота. Все, как мы любим в Сибиряке. Денежки у меня в банк льются. 38.50, не 41.50, как у нас. Минут катаются туда-сюда, суки. За этот забрал они убирают. И 20 минут, реально уже даже 25 минут, туда-сюда уже, наверное, 6 или 7 подряд. Без остановки вообще, ни одну машину не пропускают. Уже народ разворачивается чуть-чуть. Уроды.